всем в рамках нашего интенсива по вязанию свитера с вточным рукавом и ранами. Вот он у меня, кстати, тут лежит. Я покажу вам несколько красивых узоров, которые я использовала в вязании своего свитера. Сейчас я вам покажу, как вязать вот такой узор соты. Это самый, наверное, один из самых популярных узоров, но все равно э, многие задают вопросы, как же его вязать. Вот схема этого узора. Желтеньким я отметила лицевые петли. Он, в принципе, состоит только из лицевых петель. Красным я отметила стрелочки, куда нам делать переплетение. Это у нас кромочные. Для того, чтобы связать небольшой образец, нам нужно набрать 8 петель это раппорт узора, плюс 2 кромочные. Но 8 это слишком мало, это будет вот одна такая ячеечка. Вам, наверное, будет непонятно и не видно. Поэтому я сделаю 2 раппорта. То есть наберу 8 плюс 8 16, 17, 18, 2 кромочные. То есть всего 18 петелек. И провяжу вместе с вами по схеме этот узор. Так, 1, 2, 3, 4... Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Готово. Как мы помним, я вам уже много раз говорила, у нас первый наш ряд изнаночный, потому что ниточка от наборного края справа, и здесь хорошо видны изнаночные петли, лицевая сторона у нас другая, вот эта. Поэтому первый ряд изнаночный мы провяжем просто исходя из нашего узора. Вот наш узор состоит только из лицевых петелек, поэтому первый ряд я провяжу просто изнаночными петлями с изнаночной стороны, чтобы на лицевой стороне они были лицевыми. Кромочную я снимаю и провязываю все петли изнаночными. У меня их должно быть 16. Давайте мы проверим это. 4, 5, 6, 7, 8.

Давайте теперь начнем вязать. У нас первый ряд, видите, он просто состоит из лицевых петелек, поэтому я советую вам сразу начинать с третьего ряда, чтобы у нас сразу пошло переплетение, чтобы у нас уже начался узор. Я думаю, первый ряд из лицевых нам достаточно было вот этого изнаночного, который мы провязали. Поэтому я отмечу, что мы сейчас начнем вязать третий ряд. Тем более для образца это будет даже очень логично. Так, кромочную я снимаю и смотрим, что нам нужно сделать. У нас идет переплетение 2 на 2 с наклоном влево переплетаем влево. Я сразу ищу 4 петельки, так как у нас 2 на 2, нам нужно переплести всего 4 петли. Вот я пальчиком отметила эти 4 петельки, нам нужно сделать переплетение с наклоном влево, то есть чтобы первые 2 петельки шли поверх следующих двух. Для того, чтобы сделать переплетение влево, мы должны задней части нашего вязания подхватить следующие две петельки. Первые две оставляем, две подхватываем сзади. Снимаем это все со спицы. Все четыре петельки у нас две вот эти э, воздухи повисли Теперь мы должны левой спицей подхватить сначала эти две петельки, которые у нас как бы ни туда, ни сюда, а потом следующие две, которые мы переснимали на правую спицу. Готово. И таким образом наши э, правые две лицевые, они разместились поверх левых двух лицевых. Провязываем теперь их. Помните, у нас все петли лицевые, поэтому провязываю 4 лицевые. Так, 4 лицевые провязала. Готово. Теперь смотрю дальше, что у нас по узору. У нас идет переплетение 2 на 2 с наклоном вправо. Я отмечаю 4 свои петельки. Вот эти буду сейчас переплетать. Чтобы сделать переплетение с наклоном вправо, нам нужно подхватить следующие 2 петельки впереди нашего вязания. Вот так. Подхватила 2 правой спицей, сняла все, 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 все 4 со спицы. Вот мои 2 болтающиеся в воздухе. Я их захватила левой спицей 1 и 2. То есть пересняла я их на левую спицу, и теперь с правой спицы переснимаю на левую следующие две и провязываю теперь их лицевыми. Раз, два, три, четыре. Готово. Вот мы сделали одно переплетение с наклоном. Влево, второе с наклоном вправо. <как> Точно так же на моем узоре смотрите влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Вот мы это сделали. Так как я решила вязать два рапорта в ширину своего узора, поэтому на второй части нам нужно сделать то же самое. Ставлю пальчик на 4 петельки. Мне нужно сделать переплетение снова с наклоном влево. Если влево, то я позади подхватываю 2 петельки вторые. Снимаю все со спицы. Те 2, которые у меня просто так висят, подхватываю их в первую очередь. Во вторую очередь подхватываю те, которые у меня на правой спице. И провязываю 4 лицевые. Раз, два. 3, 4. Готово. Вот у меня переплетение снова влево. Теперь 4 оставшиеся петельки я должна переплести с наклоном вправо. Я подхватываю 2 следующие впереди вязания, снимаю все со спицы. Главное, кромочную не потеряйте. Подхватываю 2 из изна... Ой, лицевые, 2 лицевые, которые висят в воздухе. И переснимаю с правой спицы на левую 2 лицевые. Провязываю все это лицевыми. Раз, два, 3, 4. В конце у меня кромочная. Провязываю. Вот смотрите, у меня уже потихоньку начинает формироваться мой узор. Как бы такой зигзаг получился. Переворачиваю вязание. Здесь в этом узоре все изнаночные ряды вяжутся по рисунку. Так как в нашем узоре все петли лицевые, то значит в изнаночном ряду мы вяжем все петли изнаночными. Так, это ниточка. Поэтому я даже не глядя, просто провязываю все изнаночными петлями. Так, в конце у меня кромочная. Переворачиваю узор. Готово. Теперь мне нужно провязать пятый ряд. Пятый ряд, как видите, у нас просто вяжется лицевыми, без всяких переплетений. Поэтому кромочную я снимаю. И вяжу все петли лицевыми, просто даже не глядя на свой рисунок. Вяжу спокойно все петли лицевыми. И в изнаночном ряду я буду вязать все петли изнаночными. Так, провязала кромочная. Вот, переворачиваю. Теперь здесь вяжу все петли изнаночными. Кромочную снимаю и вяжу изнаночные петли. конце кромочную не забываем так провязала переворачиваю вот тут у меня уже если вы увидите немножко у меня уже начинают вот эти дырочки формироваться вот эти самые дырочки как соты вот она у меня уже одна формируется дальше вяжем седьмой рядок в седьмом э, ряду мне нужно снять кромочную в первую очередь, а затем, смотрите, сделать переплетение, но теперь уже с наклоном вправо. Первое переплетение у меня будет вправо. Отмечаю 4 лицевые, которые буду переплетать. Подхватываю 2 лицевые следующие впереди моего вязания. Все снимаю со спицы. Подхватываю левой спицей то, что у меня висит в воздухе. Подхватываю следующие 2 спицы справа и на левую спицу да правильно то есть я просто меняю местами 2 на 2 и провязываю это все лицевыми петлями вот видите у меня теперь такая буква s образовалась вот она здесь у меня тоже есть дальше теперь 2 на 2 влево если влево отметила 4 петельки чтобы не запутаться если влево подхватываю сзади 2 лицевые все снимаю со спицы эти переснимаю на левую и эти с правой на левую спицу. Провязываю четыре лицевые. Так, раз, два, три. 4. Готово. Вот у меня следующая S в другую сторону, смотрящая уже, образовалась. И снова повторяю все то же самое, потому что рапорт моего узора, два рапорта у меня в образце. То есть сначала вправо, а затем влево. Отмечаю 4 петельки, так это я много отметила. Вот 4. Подхватываю 2, снимаю со спицы 2 назад и эти 2 назад. И провязываю 4 лицевые. а здесь теперь вот видите моя дырочка образовалась вот это. А здесь теперь мне нужно провязать с наклоном влево. подхватываю 2 лицевые сзади снимаю 4 петельки со спицы кромочную поддерживаю 2 лицевые на спицу и с правой на левую тоже 2 лицевые провязываю 4 лицевые 1 2, 4 кромочная готова. Ну вот, смотрите: у меня узорчик уже есть. Теперь вяжу изнаночный ряд, изнаночный ряд вяжу изнаночными петлями то есть по рисунку, так сейчас я с вами еще провяжу рядочка 2. Наверное, чтобы вы посмотрели как дальше будет формироваться наш узор. Вот эти сотые дырочки, они в шахматном порядке размещаются. Вот сейчас я хочу вам это показать. Очень хорошо смотрится этот узор, когда вы просто вяжете вот чисто 8 петель. То есть у вас получается вот такая восьмерочка, тоже очень красиво. Так, смотрите, вот что у меня получилось. Давайте вязать дальше. После того, как вы провяжете 8 рядов, вам нужно начинать вязание с первого ряда. Вот я уже кружочком отмечу. Первый ряд буду сейчас вязать. Так, э снимаю кромочную и вяжу все лицевые. Как видите, в первом ряду у меня нет никаких переплетений. Вяжу все лицевые и дальше с изнаночной стороны я буду вязать все изнаночные петельки. Так, вот, готово. Переворачиваю и провязываю все изнаночные. Сейчас я еще провяжу с вами третье, четвертое. Вы посмотрите, как будет формироваться наш рисунок. Кромочная в конце. Переворачиваю, смотрите, что получается. Вот, видите, теперь дырочки стали формироваться уже в другом месте, в шахматном порядке. Так, теперь у меня третий ряд. Смотрите, что мы делаем в третьем ряду. Нам нужно сначала влево переплести, а потом вправо. Кромочную снимаю. Если влево, это значит, что вот это, вот эти петельки у меня должны разместиться поверх следующих отмечаю 4 петельки пальчиком дальше подхватываю 2 сзади 4 снимаю 2 эти размещаю снова на левой спице и эти с правой на левую переснимаю и провязываю 4 лицевые так 1 2 три 4 готово видите у меня тоже этот кружочек образуется. Дальше снова 4 отмечаю. Теперь мне нужно с наклоном вправо. Поддеваю 2 следующие, снимаю все 4 со спицы. Вот эти две чтобы не потерять, сразу на левую спицу и следующие 2 на левую. Провязываю лицевые. Готово. Вот мой кружочек образовался. Теперь повторяю все то же самое. Сначала мне нужно с наклоном влево, ставлю пальчик, подхватываю две лицевые, снимаю все со спицы, подхватываю эти две и переснимаю эти. Провязываю 4 лицевые. И в конце у меня 4 петельки осталось. Мне нужно с наклоном вправо. То есть, я подхватываю здесь, снимаю все со спицы. Эти 2 возвращаю назад, дальше эти 2 назад и провязываю 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. В конце кромочная. Готово. Вот видите, у меня стал в шахматном порядке формироваться узорчик. Давайте изнаночный ряд провяжу завершительный. И посмотрим, что получилось. Изнаночный ряд, как вы помните, изнаночными петлями по рисунку. В конце кромочная. Вот она. Готова. Ну вот, смотрите, можно уже четко видеть. У нас соты эти хорошо видны. Пряжа чуть потолще и пообъемнее, чем это, и немножко иначе смотрится узор. То есть, видите, в шахматном порядке формируются наши восьмерочки. Если вы будете вязать один рапорт, то у вас будет вот таким вот красивым, я не знаю, как это сказать, красивыми двумя волночками идти эта косичка. Тоже очень прикольно. А можно использовать вот несколько рапортов подряд, и тогда у вас будет такое монотонное, монолитное красивое вязание. Все. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Вот эту схему я выложила в описании под видео. Вы можете скачать эту картинку, либо просто переписать ее себе в тетрадочку. Все. Всем пока!